прокуратура помогла жительнице Петропавловска взыскать компенсацию морального вреда за некачественное лечение ее сына. В пользу 4-летнего мальчика с медиков взыскана компенсация в размере 5 миллионов рублей, в пользу его матери – 3 миллиона. Прокуратуре рассказали, что женщина судилась с краевыми Минздравом и детской больницей, а также с Петропавловской горбольницей номер 2. В январе 2015 года в горбольнице ей сделали кесарево сечение. Через 5 дней новорожденный попал в реанимацию детской больницы, где его выхаживали 2 месяца и в итоге диагностировали заболевание глаз. Малышу сделали 4 операции по лазерной коагуляции, но это не помогло. Мальчик ослеп. Женщина считала, что ребенок стал инвалидом из-за некачественно оказанной медицинской помощи и за это просила взыскать с медучреждений и краевого Минздрава компенсацию на общую сумму более 16 миллионов рублей. Городской суд Петропавловска ее иск не удовлетворил. Тогда вмешалась прокуратура, которая подала апелляцию в краевой суд. Там требования женщины удовлетворили частично.